Да, мы уже очень давно работаем в сфере Монтессори образования, и, конечно, здорово, что семьи поддерживают и до сих пор выбирают для своих детей эту методику. У нас много семей с тремя детьми, и здорово, когда семьи, которые приходили к нам еще там в 2009-2010 году, снова возвращаются уже с третьим ребенком. Это прям классно, потому что вызывает такие очень теплые и трепетные чувства. Большое количество иностранных семей по-прежнему звонят, пишут, хотят искать альтернативные школы в Москве для своих детей. Этот год интересен тем, что большое количество приходит родителей, которые разочарованы уже в предыдущих местах, куда они обращались с детьми. Все больше и больше папы, мам присутствуют вместе на встрече, приходят подготовленными на такие встречи, говорят о том, что им не понравилось в предыдущих школах и что они ищут сейчас для своих детей. Очень нравится, насколько тщательно родители выбирают школу. Все больше и больше запросов идет на спокойствие ребенка, на его окружение, на его социализацию. Академические знания, безусловно, важны, но они начинают занимать второе, третье место. Первое — это такое эмоциональное спокойствие. И после наблюдений в Монтессори школе, конечно, родители говорят о том, что они видят огромную разницу, насколько ребенку может быть комфортно.